Всем привет! Я хочу вам показать каток, на который мы с Аней ходим. Он недалеко от нас, находится в Ковердейле. Вот. Прикольно украсили его по-новогоднему. Сейчас покажу вам. О, Анечка, привет! А что ты на этом катаешься? Болит ножка? Ну, смотри. А у нас не по этому ударила ножку коленка, поэтому катается на этом. Плохой лед? Ну, много людей, да. Вот тут так красная елочка. Аня! Привет! Ты еще до сих пор на этой штуке катаешься? А? До сих пор еще на этой штуке катаешься? А, мои ножки устали. Я опять присел отдохнуть. У меня новые коньки просто, я их только сегодня первый раз одел на лед. И они меня еще болят до сих пор. Ноги еще не приобрели. Они еще не приобрели форму ног. И болят, встают быстро ноги. Поэтому я покатаюсь пару кружков. Потом сяду, отдохну немножко и потом опять. Вот, вот так вот у нас на катке. Анечка где-то там катается. В общем, так. Ну, каток неплохой, но очень много людей сейчас. Выходной день, всех праздничные дни, и очень много людей еще как бы они. Есть подростки, дети, которые бешеные. Вот, например, какая-то вот Vancouver Canucks поехал синий, он бешеный, катается и может сбить. Я попробую это разить. Давай. Ну видишь, ты тормозишь только медленно, надо быстро, резко тормозить. Вот Саня учит всех тормозить. Правильно. Да, я пока не научился тормозить нормально. Я торможусь или соседа, или бортик. Папа уже купил нагрудник для хоккея. Так, Аня, что ты все секреты рассказываешь? Так, все, выключаю камеру.